Всем привет, ребят. Ну что, идем мы вообще в Северном море из норвежского порта Джелса на Амстердам. Давно я там не был, уже лет так 9 приблизительно. Вот. Надеюсь, будет время пройтись по знакомым районам, вот, посмотреть, что изменилось. Но это надо еще до туда доехать. У нас скорость сейчас 6 узлов. Штормовая погода где-то примерно 7 баллов. Ну и, соответственно, идет на ухудшение. Волнишка бывает, заходит нормальная такая, ну, под метров 8. Это точно. Вот. Сопровождение у нас рядом. Судно с Вилсоном, тоже идет чуть побыстрее. О, хорошо. Ударил. Соответственно, тоже нам надо смотреть периодически, да, как цепи на экскаваторе, не порвались ли. Вот. Также гендрикран. Ну, гендрикран на самом деле закреплен очень хорошо, там 4 хука, которые держат. Там еще дополнительно идет крепление, поэтому проблем никаких нет, пока что нет, надеюсь, так оно и будет. Еще по Северному морю ходить, конечно, осенью не очень хорошая затея, но тем не менее вот такие рейсы попадают. Надо свои практики. Никуда не денешься. Плюс работы осенью для штурмана именно это фактическое полное отсутствие парусных судов. Это очень редко, может быть, где-то у берегов там какой-то смелый будет выходить, но крайне редко. Вот. Рыбаки тоже не так уж много ловят, особенно мелкие рыбачки, соответственно, погода не выйдут. Крупные это рыбаки, понятно, в любую погоду работают, там ребята отчаянные. Поэтому для нас, для штурманов, осень, зима, плохая погода, не так уж и плохо. Единственное, как бы, да, спишь не очень хорошо, потому что сколько бы ты ни работал в море, все равно надо привыкать к этому, да, и фактически это нереально. Все равно ты будешь спать, просыпаться от каких-то звуков, посторонних ударов, вот, от волн, да, что тебя будет немножко напрягать, ты будешь психовать, вот, какие бы нервы железные не были, когда ты несколько суток именно штормуешься, это тебя, конечно, очень сильно выматывает. И, кстати, очень много моряков, именно которые только начинали, да, ходить, там один-два контракта делали именно вот из-за вот такой погоды и не могли привыкнуть именно адаптироваться, да, поэтому они решали уходить с этой деятельности, ну, вот, и уже оставаться на суше. Ну, у кого есть возможность, кому помогают родители, у кого они зарабатывают неплохо, вот. Есть время получить какое-то другое образование, соответственно, конечно, пытайтесь. Может быть, родители помогут какой-то бизнес вам открыть, если есть такая возможность. Море – это, ну, для тех, ну, людей, которые, ну, сами хотят чего-то добиться, заработать. Вот. Потому что на суше у нас сразу ты не будешь зарабатывать хорошо. Поэтому, ну, по крайней мере, не всем это дано, да, на суше зарабатывать. Конечно, в море тоже, да, начинаешь с кадета работать, поэтому тебе никто не будет платить хорошие деньги, в любом случае надо опыт получать. Но мне кажется, на суше это все намного дольше. Вот, и тоже непонятно, что с твоим ростом будет. Конечно, если ты в госструктуре где-нибудь будешь работать в налоговой, там, я не знаю, закончишь юрфак, вот, уголовное направление, так скажем, устроишься в прокуратуру, и у тебя пойдет рост, да, есть, конечно, смысл, если вот в этой, да, сфере. Одно бы дело у нас что-то бы развивалось в стране, а у нас все вокруг именно предприятий.
эти заводы, которые когда-то приносили очень большое количество, так скажем, вакансий для людей. Вот. Сейчас все закрывается постоянно, и с каждым годом все труднее и труднее найти себя на суше. Поэтому вот многие даже уже кому за 40 не решают пойти в море именно для того, чтобы заработать денег. Такие бывают кадры. Работал я с такими товарищами. Ну, это их выбор, почему бы нет. В море пойти никогда не поздно. Все, ребят, ладно. Думаю, достаточно на сегодня. Всем спокойного моря. 7 футов под килем.